Раньше гости пожаловали. Хорита! Хорита, ты в гости пришла? Привет! Привет, Хвостомах! Ты в гости пришла, моя девочка! Соскучилась, моя кошечка золотая! И Китюсик! Где наш Китюсик? Ты мне ручки облизываешь? Мое солнышко золотое, доброе утро, доброе прекрасное утро. Здравствуй, моя собака любимая, моя собачка. У тебя тут сердечко, Хурита, сердечко. Ты сказала мне, что ты меня любишь? Да? Спасибо тебе. Спасибо, моя хорошенькая собачка. Где Кисуня? Где Кисуня наша, Хорита? Кисуня! Кисуня, ты поздоровалась с Кисуней? Поцеловала ее в носик? Кисуню поцеловала в носик? Кисуня наша! Кисуня наша! Поздоровалась? Умница! Умница, поздоровалась с Кисуней, Хвостомах. Молодец! Молодцы, девочки! Молодцы! Нет? Не молодцы? Ну ты моя кисочка. Хорита, ты гулять хочешь? Ты ж только пришла с улицы. Ну жди. Жди, сейчас придет твоя хозяйка. Кто взял резиночку мою? Ты взяла резиночку? Нельзя, это моя резиночка, не твоя. Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное утро. Хорита пришла в гости. Хорита пришла в гости к нам, да? Пошли посмотрим на балкончике, где Юля. Пошли. Пойдем. Пошли посмотрим, где Юля. Хочешь? Ну, посмотрела. Ну, ладно. Бог с ней. У нас 11 градусов мороза, мои любимые. Такая метель. Я такой метели вообще не видела 100 лет. Иди сюда. Смотри, где Юля. Смотри. Хорита. Где Юля? Давай окошко открою. Лапку убери. Где Юля? Юля. Иди смотри, где Юля. Куда убежала? Иди сюда. Иди. Юля. Юля. Где Юля наша? Позови Юлю. Голос! 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 Хорита! Юля! Где Юля? Где Юля? Юля! Юля! Она за мной так соскучилась, реально ходит за мной, машет хвостом. Вот это любовь! Вот это любовь! Притихла, что ли? Нет, вон, смотрите, хурделя. Метет снег, и Хора смотрит хурделю. Хора, где хурделя? Прям так, знаете, поднимается до второго, до третьего этажа. Снежная буря. Как показать? Вон там, помело, сейчас. И такой, прям порывы такие ветра. Бррр, холодно. Все, закрываю, Хора. Закрываю. Что ты там смотришь? Нюхает воздух. Закрываю, холодно. Не отходит от меня реально. Заходи. Заходи, красотка. Заходи, красотка. Ложись. Ложись. Отдыхай. Не хочешь? А что хочешь? Кормика? Ходит. Наверное, она хочет косточку у меня есть. Косточку? Косточку? Ты что, зарывать будешь? Я тебя знаю, Хора. На твою косточку. Прошу. Подарочек тебе. Как это? Как мороженка с утреца. Мабрук! По-арабски это значит поздравляю.
подарочком Хорита. Косточка, косточка. Ну вот снова в гости пришли. Гости и поели все кости. Смотрите, она пошла зарывать. А я постирала вчера вот эту накидочку. Вот с той кроватки. Положу. Но она такая узкая. У меня так свободное место тут остается и там остается. А у меня нет вообще никакого покрывальца, ничего, чтобы кровать застелить. Ну, как есть. Видите, она носом зарывает, зарывает, зарывает. Положила в угол косточку и типа прячет. У нее инстинкт, что надо так песочком или землей зарывать носиком. Она там положила на пол и типа зарывает. Привет, мои любимые, доброе, прекрасное утро. Всем божественного дня. Не знаю, такая хурделя. Ну, надо идти. Куча дел. Это заглядывает, что там она зарывает. Пошла, пошла. Не понравилось ей зарывать там. Теперь в этот угол будет смотреть. На инстинкт выше ума. Видите, зарывает носом. Да, спрячь. Спрячь косточку. Молодец. Спрячь, хорочка. Спрячь косточку. Чтоб никто не нашел в этом углу. Она энергетически зарывает. Сейчас там под стол пойдет, зарывает. Все, ты уже зарыла, спрятала. Косточка спрятана, мои любимые. Ее никто не видит. Она энергетически ее зарыла.